Предварительные итоги работы городской думы пятого созыва подвели сегодня. На пресс-конференции председатель думы Александр Борисович Фетисов обозначил самые важные результаты. Благоустройство, работа с городским сообществом и решение проблемы недостатка мест в детских садах областной столицы. Отдельно отметили и журналистов. Тем, кто особенно активно освещал работу депутатов, вручили памятные подарки. Конкурс среди представителей СМИ проводят уже третий год. Рекордной по заявкам оказалась номинация «Развитие территории». В ней оценивались сюжеты и статьи о благоустройстве города и преобразованиях в нем. Вы уже находитесь между властью и населением. И от того, насколько объективно и талантливо вами освещаются все стороны, в том числе нашей скромной деятельности, зависит и уровень информированности наших людей,